Черномарийском районе Республики Мари-Эл подмосковных гостей встречали национальными песнями и танцами. Праздник «День поля» — здесь мероприятие масштабное. Организовано агрохолдингом «Поиск» совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики. У агрофирмы «Поиск» налажен очень такой длительный, конструктивный контакт с нашими фермерами, которые сегодня позволяют получать высокие урожаи. Во время пленарного заседания обсудили основные направления в развитии сельского хозяйства в регионе и в стране в целом. Одна из главных тем – перспективы отечественной селекции. Ну, селекционно-семеновский центр – это, наверное, у нас в компании единственный такой крупный в России. Он представлен у нас тремя селекционными центрами в России. Это в Москве «Простой», который занимается поселенной группой. В настоящее время агрохолдинг «Поиск» ведет селекцию по 18 культурам. Специалисты уже создали 650 сортов и гибридов, которые не уступают иностранным, а в чем-то даже превосходят. Высокая урожайность, устойчивость к заболеваниям, длительный срок хранения. Вот только некоторые свойства овощей, которые вырастают из семян «Поиска». Представлен среднеспелый гибрид, 80 дней от высадки, гибрид «Лоцман». Это капуста устойчива к сосудистому бактериозу, это главное ее отличие. И представлен еще один гибрид, это среднепоздний гибрид, это уже 115 дней от высадки. Это лучший гибрид для квашения, он еще не готов, он наберет еще больше массы, ему еще зреть недели 3. Самое главное качество капусты – это, конечно же, вкус. Чтобы узнать, какой он, нужно попробовать. Капуста очень вкусная, сочная, сладкая. Вкусная, сочная, самая крутая. Сладкая, сочная. Как раз для квашения. Действительно вкусно. Листья белые, нежные, сочные и хрустящие. В 2017 году в России семенами «Поиска» засеяли 85 тысяч гектаров. О качестве продукции компании говорят результаты тестов госсорткомиссии. Капуста «Белокочанный гарант», огурец «Атос», свекла столовая, мулатка, креолка. Показывают очень хорошие, замечательные результаты. Также можно послушать отзывы партнеров «Поиска». Многие из них тоже принимали участие в «Дне поля». Нам очень нравятся семена. Мы их много закупаем. Почти все закупаем оттуда. Последние 2 года сотрудничаем с фирмой «Поиск». Начали как бы импортозамещение. Морковкой испытывали. Свеклу 2-3 вида. В этом году брали даже огурцы. В частности, для себя, для личного пособного хозяйства, приобрел в данной фирме гибрид огурца «Атос». Как бы очень доволен данным гибридом. Нравится по вкусовым качествам, товарный вид, он не перерастает, сочный, вкусный. Всем советую данный гибрид. Фермеры Горномарийского района Республики Мари-Эл, стремясь отказаться от иностранных сортов и гибридов, тоже сотрудничают с агрохолдингом. Во время второй неофициальной части Дня поля участники мероприятия смогли посетить самые выдающиеся хозяйства Горномарийского района и узнать секреты земледелия лучших фермеров. Надо все-таки больше обращать внимание на наших российских производителей. По той одной причине даже просто и экономика другая, это раз. И второе – это наша государственная продовольственная безопасность. Андрей Бабушкин владеет самым крупным фермерским хозяйством в районе – 800 гектаров земли. В этом году он впервые работает с «Поиском». Засеял семена капусты «Герцогиня» и «Лука Форвард». Пока овощами доволен, ждет, как пойдут продажи. А это Павел Раевский, еще один крупный местный фермер. В прошлом году он испытал 2 гибрида от «Поиска», в этом уже 7. Несколько гибридов у него уже вышли на производственные площади. Это 2 гибрида, герцогиня и универс. Герцогиня, она хорошо подходит как раз, если она не перерастает, то есть при определенном питании для сегмента даже супермаркет. Выровненные формы, как раз то, что нужно, округлая. Гибрид герцогиня – один из лучших гибридов для хранения. Способен лежать до 8 месяцев, то есть до следующего урожая. Универс, ну он поздний сегмент, понимаете? Потому что наше хозяйство все-таки ориентировано на долгосрочное хранение капусты. Это хранение может быть протянуться и до апреля. Испытания сортов и гибридов овощей ведутся и на полях у других фермеров под наблюдением самих специалистов агрохолдинга «Поиск». Они регулярно приезжают в Мари-Эл для проверки урожаев. На этом участке ведется испытание позднего гибрида, предназначенного под мехуборку. Этот гибрид отличается
высоким, сильным, очень восковым налетом. Вот если мы лист протрем, то есть видно, да, какой восковой налет. Листья очень жесткие. При уборке не должны ломаться. Качан плотный, но не сформированный еще. Вследствие затяжной весны. Также этот гибрид отличает высокая ножка, которая позволяет срезать комбайном качан, не повреждая его. У поиска, рассказывают его сотрудники, есть правило. Среди всех качеств овощей выносить вперед их пользу для здоровья человека. Создавать продукты, продлевающие жизнь, и пропагандировать правильный рацион питания. В одной культуре, в разных сортах и гибридах также накапливается разное количество различных веществ. И самое главное, эти признаки, они наследуемые, генетически передаваемые. И с помощью селекции можно выводить сорта, которые накапливаются больше или меньше тех или иных полезных веществ. Капуста, герцогиня, гарант, застольный, лук-форвард, свекла-креолка и мулатка, огурцы, помидоры и другие овощи. С такими красивыми названиями, с полезными для человека свойствами, выращенные на просторных плодородных почвах нашей России, трудолюбивыми русскими фермерами. Вот они, хорошие перспективы отечественной селекции. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.